Всем привет, девчонки. Сегодня быстренькое видео, также перед работой на голубую узбекскую обзорчик. Мне осталось всего немного, поэтому похрущу немного ее, так как я ее берегу, потому что она прям моя любовь. Да пока я закажу, пока придет. Ну, все ее знают, структуру, да, она монолитная, плотная. У меня она рыхленькая, потому что я ее уже со всех сторон покусала. Очень твердая глина голубого, серого такого цвета с голубым оттенком. Давайте пробовать. Откусывается с усилием, хрустит недолго, растворяется в жирный-жирный крем без единой крупинки, не скрипит. Залипать на том месте, где откусил, может чуть-чуть сильнее, а такой жирный-жирный комочек. Глинка соленая, мне очень нравится, то есть я бы не сказала, что она слишком соленая, соль умеренная, но соль чувствуется. Глинка сливочная. Очень сливочная. Я же говорю, какая-то солено-сладкая. Есть в ней какой-то такой отдаленная. Вулканическое или угольное послевкусие. Но оно мне нравится. То есть оно не яркое. Нет никаких лишних привкусов противных. Для меня пока это глинка номер один. Слопала я ее всю. У меня осталось пару кусочков небольших, которые я берегу. Сливочная солененькая. Какой-то такой вкус. Даже не могу сказать, как йодированной соли. Не знаю, как описать тут, ну, точно этот вкус, но бомбезная. Другая такая кашка. Там мне чайник закипает. Жевать ее нужно долго. Именно смаковать
Этот вкус непередаваемый. Конечно же, залипла. На именно эту глину я пока не прожевываю до конца, я ее мелом редко закусываю, хотя с мелом она очень вкусная тоже. Но мне нравится именно ее вкус. Без ничего. Волокла рот. Теперь чуть сильнее залипание белком. Красавчик. Видео будет коротенькое, так как мне нужно собираться на работу. Ты что, не смелым? Она тоже очень вкусная. Однозначно я буду себе еще ее заказывать и еще, и еще, и еще. Вот такой небольшой обзорчик. Всем приятного просмотра. Всем пока.